Но мне нужно поговорить с Дасти Пейдж насчет... по личному делу. Дасти кто? Дасти Пейдж, главный библиотекарь. Она 100 лет здесь работает. Мне жаль принцессы, но я ее не знаю. Что ж, я могу чем-то еще помочь лучшему посетителю библиотеки. Тогда спроси ее, куда вернуть просроченную книгу. Только и всего. Это со всеми случается. Но не со мной. Ладно. Ладно! О нет, я же забыла про штраф. Мне это будет стоить 1000 битсов. У нее, то есть у нас, просроченная книга. Знаете, это не так уж страшно. Честно говоря, это со всеми случается. Видишь? Я только найду карточку в каталоге. Номер 18905. Нашла. В жизни не видела, чтобы книгу держали почти вечность. Вам нужно пойти к First Folio в офис для возврата очень просроченных книг для пони, которые так больше не будут. Вы не очень-то хотите смягчить удар, да? А где находится этот офис? В подвале. Потому что это позор. Ой. Похоже, сюда почти никто не заходит. Никто, кроме злостных нарушителей порядка, которые заслуживают все ужасы этого места. И их верных друзей-драконов. Эй, смотри, First Folio оставила записку. Оставь надежду всяк сюда входящий. Ушла обедать в ресторанный дворик. Значит, придем сюда позже. Нет, я не могу ждать ни минуты. Нужно вернуть книгу. Пока мы ходили туда-сюда, я, наверное, заработала еще 17 битсов штрафа. Мы идем на обед. Здорово, ведь я голодный. Ой, ты хочешь найти First Folio? Можно хоть еду на вынос взять. Если увидишь пони, похожую на библиотекаря, скажи. Искорка, мы с тобой уже 3 ресторана обошли. И мой штраф увеличился еще на 26 битсов. Официант, мы готовы сделать заказ. Ой, вообще-то я не... 3 самсы и 2 карри. Думаете, этого хватит для нас двоих? Хм. Ну, я бы заказал еще лепешек. Что скажете? Прекрасно. Искорка, это ты? Мундансер, как поживаешь? Я тут проездом. Просто так зашла. Как я рада тебя видеть. Я как раз обедаю с моей подругой First Folio. Не составишь компанию? First Folio? Да, то есть спасибо. Принцесса Искорка, приятно познакомиться. Ты знала, что твой портрет лучшего посетителя библиотеки по-прежнему висит у нас? Да, я хотела поболтать об этом с Дасти Пейдж. О, Дасти Пейдж давным-давно покинул библиотеку. Ты не знала? Mm-mm. Ой, я слышала, ей пришлось уйти. Это так печально. Она обожала нашу библиотеку. Простите, ей пришлось уйти? Ага, да. У нее была репутация безупречного библиотекаря. До того момента, пока один из безответственных читателей не забыл вернуть книгу. Все в порядке, Искорка. Прошу прощения. Не заказывайте острое, если не можете это съесть. Искорка, в чем дело? Дасти Пейдж больше не работает в библиотеке, потому что я не вернула книгу. Спайк! Это из-за меня ее уволили! Искорка! Библиотека вон там! Новый план. Мы идем к Дасти домой. Раньше она часто звала меня на чай. А что насчет твоего штрафа? Это не так важно, как восстановить справедливость. Стой! Ты не собираешься возвращать книгу? Нет, Дасти вернет. Из-за меня она потеряла работу. А если я отдам ей книгу, она получит работу обратно. Я все исправлю! Вы что, знак не видите? Никаких пони-торговцев! О, мы ничем не торгуем. Никаких пони-певцов! Ни опросов, ни петиций, ни бесплатного чтива! Не
Нет проблем. Я просто ищу пони, которая здесь жила. Я уверена, что это ее дом. Дасти Пейдж? Да. Подожди. Она переехала во что-то серебряное.